Судебные приставы – обычные люди, и вполне возможно, что не всегда они с удовольствием делают то, что предписывает законодательство. Но закон на то и закон, чтобы подчиняться ему в любом случае. Напоминаю, что результатом сегодняшних мероприятий должна послужить эта оплата должниками, имеющимися задолженности по налогам. В этой связи вами необходимо совершить полный комплекс мер, направленных на то, чтобы должники оплатили всю имеющуюся задолженность. При обнаружении должников в обязательном порядке, помимо вручения требования о погашении, накладываем арест на имущество. А также не забываем привлекать должников к административной ответственности по статье 17.14. Судебные приставы и налоговые инспекторы разбиваются на группы и отправляются по адресам должников. Значительная часть имущественных налогов идет в муниципальный бюджет, поэтому собрать их в полной мере – задача принципиальная. Из этих средств затем финансируются социальные программы, выплачиваются зарплаты бюджетникам, ведутся работы по благоустройству. Для того, чтобы взыскать задолженность, на имущество должника обычно накладывается предварительный арест. После оплаты налогов арест снимается. В противном случае имущество в установленном законом порядке реализуется, а вырученные средства идут на погашение недоимки. Но чтобы арестовать имущество, нужно сначала должника найти. А сделать это не всегда просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Служба судебных приставов Одинцовского района. Да, чувствую. Демирчан Серубаганесович проживает здесь? Нет, этот родственник мой несколько лет назад попросил зарегистрироваться. Да, на месяц. И все, пропал. Сейчас я вам документы оставлю тогда процессуальные. Давайте зайдем. Если самих должников застать по месту прописки или регистрации не удавалось, через родственников или соседей для них оставляли исполнительные документы и контакты отдела судебных приставов и налоговых органов. По поводу соседа из 78-й квартиры не видите, Юрий Александрович, знаете такое? Конечно, неприятно, когда о твоих долгах узнают соседи, но это неотъемлемая часть процедуры взыскания налоговой задолженности. Практика показывает, что после подобных межведомственных рейдов большая часть недоимок гасится в весьма короткие сроки. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».